Вот. А вот теперь работа с делителем. 2,5? Да, 2500 оборотов. Скорость. Быстро или медленно, по-вашему? И здесь диапазон скоростей практически любой выбираете. Здесь даже на самых низких оборотах вы можете получить максимальный крутящий момент. А это один из самых основных плюсов этого трактора. Как он работает, а? Гидрач отлично работает. Часики прям, а? Конечно, понравился. А как он может не понравиться? А вам понравился? Вид у него внешний просто шикарный. Ладно, садимся поудобнее. Сейчас все про эту машину расскажу. Всем привет, друзья! Вы на канале садовой техники Gardenstock. Меня зовут Алексей, и я его ведущий. А вас я всех снова рад видеть. И сегодня у нас трактор компании Scout. Моделька называется TE254. И не надо мне писать, что это точно такой же китаец, как все вот эти вот 244, 254. Давайте сначала досмотрим видео, я расскажу все плюсы этого трактора, все минусы, а только потом уже с вами сделаем какой-то итог. Трактор у нас сейчас идет вместе с фронтальным погрузчиком. По ценам скажу сейчас, но я не знаю, как через неделю, через две будут. Я обязательно оставлю ссылку под видео, где вы всегда можете зайти и ознакомиться с актуальной ценой. На сегодняшний момент именно эта модель, которая весит 1,4 тонны без утяжелителей, а ее готовый вес с утяжелителями будет составлять 1,650 кг. Утяжелители, кстати, идут в комплекте мощностью 24 лошадиные силы, мотор 385, трехцилиндровый, водяного охлаждения с двумя гидронасосами, с самыми большими колесами, которые существуют в природе на этом тракторе. Это 24-й задний и 16-й передний, кстати, самым глубоким протектором, который вообще есть. Я вам скажу так, именно этот трактор, если брать все 244, 254, здесь те же самые комплектующие, как и на всех, от компании Dongfeng. Только здесь они немного другие. К примеру, если мы будем говорить про трехточку, на всех тракторах такого класса она поднимает 360 кг. Этот редуктор поднимает 880 кг. Это так вам для сравнения мелочь, но чтобы понимание было, что этот трактор отличается существенно от других тракторов. Трактор сам стоит на сегодняшний момент 890 тысяч. Это цена без фронтального погрузчика. Фронтальные погрузчики начинаются от 250 тысяч. В зависимости от того, какой челюстной, не челюстной, сколько он литров, насколько у него подъем. Челюстные погрузчики, ой, вообще фронтальные погрузчики есть разные. Если вы хотите, можете позвонить нам, и мы вам все подскажем, какие есть и сколько стоят. Сейчас уже он одетый. С этим челюстным погрузчиком цена на него чуть-чуть больше, чем миллиона. Теперь давайте начинаем с самых главных плюсов. Подходим к торпеде и смотрим, чем она здесь будет отличаться от таких же преемников. Ну, во-первых, встроенный бак на 50 литров. 50 литров хватает на весь световой день. То есть где-то 16-17 часов этот трактор работает на одном баке. Бак находится не под капотом, а вы видите, как он вот здесь вот прям. Здесь у нас торпеда. На торпеде мы можем видеть емкость топливного бака,
тахометр, максимальные обороты 2500 и также температура. Здесь у нас аварийка, поворотники, ближний и дальний свет и, соответственно, вот этот аварийный сигнал. Ну, его только надо повернуть вверх, чтобы мы его просто закатывали по фронтальной, когда устанавливали, и повернули его вниз. Дуга безопасности, она тоже будет в комплекте. Два зеркала, не одно, а два зеркала. У многих тракторов одно зеркало идет в комплекте. Колея этого трактора, она регулируется, она сельхозколея именно. Либо 1,2, либо 1,4 метра. Стандартная, классическая, как у всех там тех же самых МТЗ белорусов, 1,4. Клиренс. Клиренс небольшой, здесь похвастаться не может. Этот трактор составляет от 280 мм. Платформа, посадочное место огромное. Могу сказать, сюда человек весом в 100, наверное, 20 кг легко сядет. Сидушка у нас регулируется вперед-назад, настроить ее под себя точно возможно. И она у нас идет с лифтом. Ведь у этого трактора никакой там, скажем так, подвески не будет. Здесь идет просто рама, на раму закреплены колеса, балка стоит и все вот это вот. Если бы сидушка не была бы с лифтом, вас бы вообще на поворотах, на ямках, на каких-то выкинуло бы отсюда. Здесь еще очень интересно, если мы рассказываем про педали. Здесь стандартное управление, сцепление у нас, сдвоенный тормоз на левое и на правое колесо, газ. Сам редуктор у нас идет с коробкой передач, 4 скорости вперед и 1 скорость назад. Есть также понижайка, либо пониженные и повышенные обороты. Но еще у этой коробки есть делитель. Что такое делитель? Мы, когда хотим получить максимальные обороты, мы просто делитель переворачиваем либо на черепашку, либо на зайчик. То есть у нас есть Л-ка, Ашка, это пониженный, повышенный, и также есть делитель. Ни у одного практически такого трактора, класса такого же трактора, не будет делителя. Здесь он стоит, делитель. Если говорить про минусы, не отходя отсюда, это коробка передач без синхронизаторов идет. Но на самом деле, я сейчас трогался с 4-й на повышенной передаче, трогается он хорошо. Все у него настроили, сцепление отрегулировали, поэтому работает он хорошо. Здесь же у нас с правой стороны есть ручной газ. Сам ВОМ у нас вращается в двух диапазонах, либо на 540, это стандартные обороты, либо на 1000 оборотов. Все в зависимости от того, какую вы насадку крепите сзади. И теперь переходим на заднюю сцепу, про которую тоже отдельно хочется. Здесь у нас категория идет первая, но она идет усиленная. Также в комплекте идет сразу скоба для прицепа, розетка для прицепа, трехточка стандартная, здесь же у нас два гидровыхода. Из плюсов, самый основной плюс, как я уже сказал, эта трехточка поднимает 880 килограммов. Этот трактор может работать с любым активным навесным оборудованием. Без разницы, стоун бурьер, который весит 500 килограммов, либо другие. Потому что ни одни китайцы, другие не работают с таким навесным оборудованием, он всего поднимает 300. Здесь 880 килограмм, поэтому этот трактор, это уже по сути конкурент всяким фирменным брендовым тракторам, типа там японских, либо индийских. Несмотря на то, что стоит этот трактор дешевле. ВОМ у него стандартный на 6 шлицов. Опа, закрутили крепко, сейчас откручу колпачок. Если у вас какое-то навесное осталось от МТЗ на 8 шлицов, есть переходные пластины, либо муфты, которые может переходить 6 на 8, с 8 на 6 зубов. Сам редуктор идет чугунный, поэтому вес трактора здесь достаточно тяжелый, что ему позволяет быть полноценным сельхозтрактором и очень эффективно работать со всем пассивным оборудованием, такие как плуги, окучники, бороны, культиваторы и тому подобные вещи. Колеса заслуживают отдельного внимания. Вы посмотрите на эти колеса. Ну, ничуть не хуже, чем все вот привыкли трактора видеть на полноценных, огромных покрышках. Да, покрышки сами китайские, но это самые дорогие покрышки, которые ставят на китайские трактора. Свет задний у него, дополнительный фонарь есть. В ночное время суток будет удобно сдавать задним ходом, вы будете видеть. Можно ли на такой трактор поставить кабину? Да, возможно. Цена ее будет составлять 400 тысяч рублей. Отдельно можете заказать, у нас такая услуга есть. И теперь переходим к самому мотору. Мотор, как я уже сказал, это 385 мотор. Это тот самый старичок, который считается на сегодняшний момент одним из самых недорогих моторов, но при этом одним из самых надежных моторов. Когда я здесь недавно звонил и задавал вопрос по поводу самого 385 мотора,
как часто вообще, говорю, заказывают на него запчасти. Мне говорят, а на него вообще запчасти не заказывают. Я говорю, да ладно, ну что, не ломать? Реально, говорит, не ломается. У этого моторчика что из плюсов будет? Выведено два гидронасоса, как я уже сказал. Один у нас насос идет на трехточку, второй у нас идет на гидравлику. Поэтому, если вы ставите какое-то активное оборудование и начинаете при работе управлять гидроусилителем, закусывать его не будет, будет комфортно работать. Вот он, сам гидронасос и общий литраж производительности этого гидронасоса. То есть, если мы берем первую и вторую часть, я не знаю, насколько они как разделены, но общая составляет 50 литров. Это очень большая производительность. Раз мы уже находимся около гидронасоса, сразу скажу, что масса выведена вот здесь, вот под правой рукой. Не надо каждый раз открывать капот. Кстати, если мы откроем капот, то здесь мы увидим просто огромный аккумулятор, который легко этот мотор будет заводить в зимнее время года. И также он служит еще и балластом спереди. Ладно, давайте тракторок заведем теперь, опа, сядем и посмотрим. Еще хочется отметить, что удобство на сидушке — это подлокотники. Они уже идут здесь в комплекте. Вам не надо думать и покупать их отдельно. Сама рукоятка коробки передач, вы видите, насколько здесь длинный рычаг? Для чего это сделано? Для того, чтобы у вас рука лежит на подлокотнике, и вот у вас коробка передач. То есть, по сути, как вот на газели, как в автомобиле, в любом. Вы сидите, у вас комфортно, сцепление, вот вы нажали, вот у вас коробочка переключается. Переключается, кстати, очень даже хорошо. Теперь заводим трактор. Насос заработал. Отдельное внимание, как здесь работает мотор. Можно ручной газ зафиксировать на каких-то определенных оборотах. Но мы сейчас погрузчиком поработаем. Кстати, скорость, вы можете обратить, да, что делает 50 литров. Насколько он быстро работает, обратите внимание. Это я еще не газовал. Вот, смотрите, я сейчас на газ нажму. Он реактивный. Реально просто реактивный. Работать им будет максимально комфортно. И обращаем внимание на дизайн самого трактора. Оптика у этого трактора везде идет линзованная, что спереди, что сзади. Сейчас я фары включу, одну секунду. Так, сама оптика у нас зажглась, но у нас еще есть также габариты. Они тоже, кстати, здесь действительно очень красивы. Я вам скажу так, что дизайн этого трактора мне действительно нравится. Сочетание вот этого серого, мокрый асфальт, как они говорят, но он реально круто выглядит. Ну, естественно, с черным вот этим фронтальником, по-мужски, да? Опа! Так, сцепление. Давайте назад отъедем. Сейчас я чуть-чуть приподниму фронтальник. А вот, кстати, работа гидроусилителя руля. Да, и не надо меня спрашивать, есть ли у него блокировка заднего моста. Давайте подытожим, что у нас есть из плюсов. Это очень удобная сидушка с подлокотниками, с лифтом. Самые большие колеса в своем классе. Самый дорогой донгфенговский редуктор с трехточкой, которая поднимает до 880 кг. У нас полноценная сельхозколея, регулируемая 1,2-1,4 метра. Потом колеса, покрышки самые дорогие, мотор 385, но с насосом на 50 литров. Очень удобный руль, огромный бак на 50 литров, хватает на весь световой день. И теперь еще очень важно подчеркнуть, что такое делитель, потому что одно дело про него сказать, а другое дело показать, как он работает. Смотрите, мы заводим трактор, мы включаем первую передачу. Мощно, да? А теперь смотрите, включаю делитель. Вот. А вот теперь работа с делителем. 2,5? Да, 2500 оборотов. Скорость.
медленно, по-вашему. И здесь диапазон скоростей практически любой выбираете. Как я и сказал, здесь вы получаете... Сейчас, секунду, я выключу его. Опа. Чтобы мне не перекрикивать звук мотора. Как я уже сказал, здесь даже на самых низких оборотах вы можете получить максимальный крутящий момент. А это один из самых основных плюсов этого трактора. Несмотря на то, что в эту цену уже оплаченный утильсбор, он идет сразу с ПСМ. Мы вроде все плюсы, да, перечислили, переходим к минусам. За счет этого делителя между ног не так уж и удобно на него садиться. Несмотря с левой либо с правой стороны садишься, здесь перелазишь, у тебя коробка передач мешается, плюс делитель, который надо перешагивать. А с другой стороны, если я сажусь, я тоже с лёд, честно говоря, на него запрыгнуть не могу, потому что здесь, ну, надо иметь определенную ловкость. Но... когда ты на него садишься, то реально на нем сидеть кайфово. Еще из минусов хочу отметить прокрас всех комплектующих. Они здесь начинают ржаветь где-то через полгода. Да, это однозначно минус, если мы посмотрим на педаль, которую там 2-3 раза нажимал я. Вот уже краска черная слезла. Теперь цена, да, конечно, все скажут, да за эти деньги можно что-то купить. Да я знаете, что вам скажу? А многих не интересует вопрос цены. Почему? Потому что многие хотят... Да, у многих нету там миллиона, полтора. Многие хотят просто из вот этого вот купить самое лучшее. И я вам скажу, что среди всех 244-х моделей, 254-х, этот трактор я могу назвать одним из самых лучших. Потому что здесь действительно стоят одни из самых дорогих комплектующих. Я очень долго ходил вокруг этого трактора, выискивал минусы. Но пока я выискивал минусы, я вам сказать забыл про самый один из основных плюсов. Ведь это компания Scout. И она на сегодняшний момент имеет на российском рынке один из самых больших складов запасных частей. Этот трактор собирается не где-то в Белоруссии, в Китае. Собирают именно у нас в России. Да, редуктор, естественно, китайский, мотор китайский. Но сборка-то наша российская. У этой компании, помимо того, что запасных частей полно, отличная сервисная поддержка, выездной сервис есть, и также есть куча навесного агрегатов, которые именно фирменные от компании Scout. И цены, кстати, лояльные. Вы можете к нам зайти на сайт и зайти в саму позицию трактора, нажать вкладку аксессуары и увидите вот этот огромный-огромный перечень. И что самое важное, это все есть в наличии. Даже тот же самый пресс-подборщик, о котором мечтают мотоблочники, на него можно купить оригинальный скаутовский. Про сам трактор рассказал, а сейчас скажут, а что ж про фронтальник ты ничего не рассказал? Максимальная грузоподъемность 320 килограмм. Высота, да, блин, 2,80, офигеть, да? КамАЗ может закинуть с бортом, что еще надо? Подъехал КамАЗ, снег убрали, закинули, он увез все. Поэтому этот фронтальник, он у нас раз челюстной, 2,320 килограмм и в КамАЗ может закинуть. Все, что нужно, все, что вы хотели. Этих характеристик, я думаю, вполне хватит. В любом случае, этот трактор точно стоит своих денег. Если вы мне зададите вопрос, понравился он или мне, нет, то я вам скажу так. Дизайн на десятку, это однозначно. Мотор 385 на 8 баллов по мне. Работает он просто шикарно. И такие, как вот отзывы говорят, что запчастей на него просто не покупают. Делают его даже, наверное, не восьмерку, а девятку. Если бы у него еще не 24, а 30 лошадиных сил, точно бы десятку поставил. Поэтому я рекомендую его посмотреть и сравнить с другими тракторами. А уже дело выбора ваше, покупать такой трактор или нет. Такие трактора в нашем магазине представлены и есть в наличии. Если вы хотите приехать и провести на нем тест-драйв, что я вам, кстати, очень рекомендую сделать, и только после этого покупать какой-то другой трактор, то, напоминаю, наш магазин находится по адресу Московская область, Пушкинский район, село Тарасовка, улица Большая Тарасовская, дом 81. Если вы хотите записаться на тест-драйв, обязательно за день позвоните и предупредите, чтобы под вас подготовили трактор. И тогда вы сравните наглядно. Кстати, у нас не только скаут, у нас много тракторов. Вы можете приехать, наглядно сравнить один с другим, понять, чем они отличаются, и тогда уже сделать окончательный выбор. Ну, естественно, с выбором навесных орудий мы тоже поможем и подскажем. Если у вас какие-то остались вопросы по сей машине, обязательно пишите в комментарии, на все ваши вопросы отвечу лично. До свидания, до новых встреч. Да, если, кстати, 24 лошадиные силы мало, у нас есть точно такая же модель, только на 50 лошадиных сил. А это уже монстр, обязательно сделаю про него обзор. А сейчас я прокачусь и еще немного покайфую.